3,6. Дан радиус вектора, в котором находится положительный заряд, R0, и радиус вектор точки R, в котором необходимо найти направление и вектор напряженности поля, создаваемого тем самым первым зарядом. Значит, нам даны 2 радиус вектора R0 и R1, в котором мы хотим найти R0, где находится наш заряд Q, и R, в котором необходимо найти. Если это у нас положительный заряд, то мы из этого положительного заряда должны провести радиус вектор. Должны провести радиус вектор в точку, где находится второй заряд. И напряженность поля будет направлена так же, как этот вектор. А вектор будет равен R минус R0. R минус R0. Поэтому для напряженности можем записать формулу Q разделить на 4pi эпсилон с нуликом. R минус R0 в квадрате, для того чтобы модуль посчитать, и в кубе, если мы хотим записать единичный вектор R минус R0.